Здорово! С вами Андрей Доцент, и это The Curse of Blackwater, проклятие темных вод. Ну что, мы очутились еще где-то ближе к каким-то исследовательским лабораториям, но мы тут не одни. Определенно не одни. Я слышу какие-то звуки. Кто-то стучит. И это не есть хорошо. Вообще, что нам надо здесь делать? Так, как таковой цели у нас пока нету. Конкретной задачи. Поэтому будем... Надо закрыть. Поэтому будем проверять все подряд. Чё, я взял какой-то кусок мяса, что ли? А нахрена он мне? Так, ну ладно, допустим. Допустим, что так. О-о-о. Походу, кто-то все-таки зашел. Так, тут ничего нельзя взять. Не. К сожалению, ничего нельзя. Но, ладно. Будем довольствоваться тем, что имеем. А что мы имеем? Мы ни хрена ничего не имеем, кроме невероятное количество таблеток, которые непонятно зачем нам нужны. Никого нет. Так, ну пока тихо. Пока тихо. Так, что у нас тут? Да тут тоже, господи, тут какой-то лабиринт, по всей видимости, у нас. Ага, дверь закрыта. Начинается. Бесконечные поиски ключей. О, мышки. Ну хоть они-то здесь. А то вообще чувство полного одиночества здесь просто убивает. Ой. Надо скорее свалить отсюда. Ой. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тут кто-то есть, определенно. Тут определенно кто-то есть. Так. Все. От фонаря толку вообще никакого. Он уже ни хрена не светит. Ух ты, нифига себе, это что такое? Какой-то портал, по всей видимости. Нам надо с ним что-то определенно сделать. А света как не было, так и нет. Так, никого там не видно? Тихо. Тихо. Тут кто-то есть. Лучше фонарик выключить. Ох, вон он ходит. Это все тот же. Он никак не уймется. Так, а здесь что? Ну, включили, и что? Ноль эффекта. Ярче мне от этого не стало. Так, можно, в принципе, сюда пройти. Но тут, я думаю, тоже не лучше. Господи, в потемках бегаем, офигеть. Хотя бы одну батарею. Так ведь нет. Даже ее нету. А-а-а. Я, кажется, понял. Мне надо, видимо, тут все включить. Все эти тумблеры и так далее. Так, может, что-нибудь здесь найдем? Нет, здесь тоже пусто. Обидно. Что я скажу? Обидно. Так, что у нас здесь? Здесь тоже ничего интересного. Хотя нет, ключи нашли. Нашли ключи, это уже хорошо.
А вот только от чего? Не, ага, дверь закрыта. И какой смысл мне от этих ключей, если я ничего не могу ими открыть? Так, это куда? Так, это мы попали в еще один кабинет. Ну, давайте глянем, что у нас тут. Так, здесь у нас тоже пусто. Печально-то как, а? Так, а тут? Тут тоже. Да, свет, конечно, надо где-то нам раздобыть. Притом... Ух ты. Притом срочно. Так. Пусто. Ключ есть. Так, от химической какой-то комнаты, видимо. У меня ключик. Надо теперь только ее найти. Может, это? Нет, не это. Даже близко нет. Тогда придется вернуться назад. И посмотреть, что у нас здесь. Так. И тут закрыто. Да вы чё? Издеваетесь? Господи, чё он так... Фризит-то. Любопытно. Очень любопытно. О, вот это, походу, я сейчас зря сюда пошел. Так. Ага, открыл какую-то комнату. Вот она. Да-да-да-да-да-да-да. Ключ был от нее, может... Да, господи, зачем мне столько таблеток? Что я с ними делать буду? Лом еще нужно найти, здорово. Нахрена мне столько этих? Я не знаю. Так, тут тоже ничего толкового нету. Тут вообще ничего толкового нет. Это закрыто, тут лом нужен. Так, ну раз я здесь открыл, значит, здесь что-то должно быть такое. А, он рядом совсем. Должно быть здесь что-то такое, что мне пригодится. Так, фонарик вообще лучше не включать, от него толку. Вообще ни хрена не видно с ним. Так. Ну, допустим. Здесь мы были, да? Да, здесь мы были. Здесь мы были. Ключики какие-то мы нашли. Так, у меня же есть еще одна связка ключей. А она для чего? Так. Ну да, хрена с два я здесь открою. Нам нужно... О, блядь! Ух, ё! Пиздец! Глотай колеса! Ебать, я на него нарвался! Ух ты, натуре. Вот это нежданчик был. Так. Сваливаем. Фу, короче, вообще сейчас что-то было. Просто адреналиново все это. Так. Ну, мы от него убежали, и ладно. Вроде. Так, а здесь что? Ой, я, короче, сейчас что-то сделал. А что я сделал? Хрен его знает. Я, кажется, кусок мяса под дверь поставил. Слушайте, а может, он должен выломать эту дверь? Тихо. Так. Пока все тихо. Он ушел, и он выломал. Так. Может, лом? Опа-на. Ух ты, реактивные компоненты. Три реактивных компонента искать. Да вы че? Реактивы, точнее.
Господи, хоть бы где-нибудь фонарик оставили. Ну вы что, издеваетесь? Это ж ни в какие ворота не лезет. Что я буду делать-то? Что есть, что нету. Вот, наконец-то, хоть таблетки пригодились. Так. У тебя что-нибудь есть? Ох ты, ой. Так, и одно мы выяснили точно. Эта тварь очень шустрая. Просто капец, как шустрая. Блин, как он налетел, а я... Ей-богу, чуть не пересрал. Так. Прячемся. Так, таблетки больше принимать он не хочет, ну и ладно. Так. Что он там у нас идет? Видимо, да. А, он что-то выломал. Опа-на, я еще ключики нашел. Тут есть что-нибудь? Так, тут у нас ничего нет. Тогда поднимемся сюда. О, тут тоже пусто. Да вы чё? Ух, короче, меня, походу, тут вообще будут жестко пытать в этой игре. Ничего нету. А, вон он. Он вышел. Так, я нашел от какого-то офиса ключи. Может, от этого? Ага, черта с два. Понял. Так. Была какая-то дверь. У нас, я помню. Может, это? Нет, это он выломал. Это он выломал. Вот. Есть. Закрылись. Так. Что-то можно взять. О, кажется, я фомку какую-то подобрал, да? Теперь мне надо вернуться и взломать фомкой еще что-то. А, так это же надо мне к этому вернуться. К месту, где он выбил. Только это не здесь, по-моему. Да. Вообще не здесь. Надо идти назад. А, он где-то тут у нас. Так, где-то он у нас тут ходит. Не напороться бы на него. Вон он. Хорошо, что он там. Это очень хорошо. Значит, я смогу сейчас где-то пробежать и найти то, что мне надо. По-моему, это здесь. Нет, ни хрена не здесь. Это не здесь. Так, а тут у нас что? А тут мы были. Где он там? Ага, вон он ходит. Так, куда он сейчас повернет? Куда он сейчас будет идти? Надеюсь, он до меня не дойдет. Уа! Он нашел меня! Как же он меня так запалил-то? Так, уходим, 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 уходим. В тупик себя не загоняем. Так. Так, уходим. Двигаемся, двигаемся. Куда ешь? Куда бежать-то? Ох, походу, зря я сюда пошел. Ох, я зря сюда пошел. Вот он совсем рядом. Так, сваливаем. Шустрая зараза. Ох, ни хрена себе! Так, лечимся. Лечимся, лечимся.
Надо, чтобы он меня из виду потерял. Так. Уходим, уходим, уходим. Бегаем, бегаем. Дон. Так, он не собирается от меня отстать. Вы понимаете? Совсем рядом. Совсем рядом. Так. Нет, зря! Зря я сюда пошел! Так. Да ебить твою налево, опять 25. Бляха ты муха. Ох ты натуре! Ой, бля! Так. Ебись ты от меня, а? Он, я не знаю, он как Усейн Болт насытся, ё-моё. Он гораздо быстрее меня, он меня сейчас походу завалит. Господи, чё он как свинья-то визжит? Ух ты в натуре! Так. Будем пытаться его запутать. Блин, самому бы не запутаться. Так. Ага, закрыто, мать его, закрыто. Так. Нет, ну это вообще жопа полная. От него так не убежать. Бесконечное преследование. Так. Так. Вот так вот. Отлично. Слушайте, походу мне жопа. Так. А дверца-то не открывается, ебить ее налево. Ох, походу я себя в тупик сейчас загоню. Я уже от него достаточно оторвался. Почему он не хочет стряхнуться с хвоста моего, а? Блин, это вообще, короче, я не знаю. Я только один реактив нашел, а он за мной бежит, как будто у меня все три на руках. Ой, блядь, вот совсем рядом. Так. Ну да. Шустрый пидорас. Ну чё ты на меня, это самое? Ну давай, давай, в рукопашную. И вот так вот, на, сука, завалил меня. Гандон, а? You are dead, просто. Здорово. Вот так вот, ребят. А вы как думали? Нам тут не дают реактивы собрать. Видимо, этот монстр меня будет до конца игры преследовать, я так думаю. Какой-то, я не знаю, то он медлительный, то он как стартанет, я не знаю, Формула-1 просто. Хрен оторвешься. Ладно, ну, будем пытаться, будем пробовать, но это будет не сейчас. Это будет в следующих сериях, а я с вами прощаюсь. С вами был Андрей Доцент, не забывайте подписываться, ставить лайки, разумеется, и заходите в группу ВКонтакте. Милости просим, ссылочка в описании. Все, ребята. Всем пока!